Камчатские спасатели обследуют здание после сильного землетрясения. Толчки магнитудой 7 по 12-бальной шкале, а также серию авторшоков зарегистрировали примерно в 100 километрах севернее столицы региона. Эпицентр находился между вулканами Жупановский и Карымский. Пострадавших нет, здания и дороги целы. Сильнее всего землетрясение ощутили в Петропавловске-Камчатском, Елизаве, Вилючинске. В квартирах тряслась мебель, дрожали стены и пол, с полок падали книги и посуда. Это самое такое ощутимое землетрясение вот за последние годы. Падало все с полок. Было страшно, конечно, потому что как можно без этого?